Давайте все вместе скажем слава Господу. Я благодарю Господа, что могу сегодня быть здесь. И сегодня, ну, я не в гостях, я приехал домой. И знаете, и хочу сказать спасибо. Вы знаете, в Библии написано: «Помни путь, по которому вел тебя Господь». Я, ну, знаете, сегодня, когда славлю Бога, пою здесь, и я размышляю над теми путями, по которым вел Господь. И знаете, вспомнился мне один случай. У меня было, знаете, три раза, когда я пришел сюда по-особому. Первый раз это было, когда мне было где-то лет 11. Я и мой друг, я не знаю, что тогда нас побудило, как мы тогда нашли этот путь, но мы приехали сюда, здесь было небольшое здание такое, вот, на этом месте. И мы пришли сюда с моим другом. Мы пришли сюда, были на служении, здесь пели песни, молились, а мы смотрели, и, ну, служение было допоздна, где-то до 9 часов, а нам тогда не разрешали далеко уходить, и еще его родители вообще его били за то, что он со мной дружит. Вот. И мы, значит, здесь находимся уже поздно, и думаем, обратно едем и думаем: Господи, хоть бы нам не попало. Такие молимся, давай помолимся, чтобы нам не попало. Приехали, и ему, и мне такая взбучка была. И тогда мы после этого, знаете, долгое время не ходили сюда. И я вспоминаю еще один случай. Это было, когда я уже отсидел, знаете, 3 года на малолетке. И когда я пришел, и, знаете, пришел сюда, и я помню, я пришел сюда, и, конечно, мне нравилось здесь все, но когда я пришел, я-то был совсем другой. Все такие хорошие, все поют, там, славят Бога, а я пришел, курю, матерюсь, там, ну, знаете, такой, ну, совсем не теми путями ходил. И когда я, помню, пытался с кем-нибудь пообщаться с молодежью, они все говорили: фу, от тебя воняет, куревом накурился, иди отсюда. Вот. И я чувствовал себя таким униженным, меня на улицах боялись, там, ну, чтобы мне там кто-то сказал: фу, иди отсюда. В училище учился, там, ну, знаете, те же самые с малолетки, все, и там я уважаемый. А здесь, ну, прихожу, и все как-то: фу, иди. И я ушел. Ушел, обиделся, знаете, ушел. И помню, третий раз, когда я пришел сюда, уже еще отсидел срок один. И снова появился здесь, на этом месте, уже был здесь зал. Я помню, когда я пришел, я думал, я приду, поблагодарю Бога. Понимал, что Он хранил меня, какими-то путями вел, берег. И я думал, я пришел домой, увидел, моя мама, она перестала пить и 2 года уже не пила к тому времени. И я подумал, это чудо Бог сделал, я просто должен прийти и поблагодарить Его. И когда я пришел сюда, то многие помнят и ко мне иногда подходят, когда я проповедую, и говорят: а мы помним, как ты пришел сюда. Когда я пришел и здесь матерился, кричал, знаете, на проповедников, я-то думал, что я приду, Бога поблагодарю. Но я был тогда одержимый бесами, и эти бесы, они просто проявились. Я здесь накричал, наматерился и ушел. Еще и хотел убить кого-нибудь из проповедников здесь, знаете. Стоял там на улице, ходил, метался, не мог здесь находиться. И думал, сейчас выйдет, я прибью. И дождик пошел, и я намок весь, и думаю, что я здесь буду стоять, потом встречу убью. И ушел, знаете. И помню тот день, когда Бог меня уже привел. Когда я пришел сюда, избитый, измученный, с перевязанной головой. Мне было так плохо, но Бог уже прикоснулся мне, парализованного меня поднял. И я еще ночью стучался сюда и говорил: Бог меня сюда привел. И знаете, и когда я потом услышал призыв, вышел сюда, на это место, и здесь я получил рождение свыше. Слава Господу! Бог изменил всю мою жизнь. Изменил, ну, знаете, и я помню этот путь, по которому меня вел Господь. И знаете, сегодня я благодарен Богу. Я понимаю, что когда я вышел сюда первый раз, вот с покаянием, я имею в виду уже, когда вышел сюда, я помню, знаете, когда заплакало много людей в церкви, и они плакали, когда я стоял здесь, упал на колени и принимал Иисуса, и
И я знаю, почему они плакали, потому что многие, моя Наталья, она каждое служение, моя сестра приходила и говорила, помолитесь за моего брата, он бандит, чтобы Бог его спас. И когда я пришел, и это был ответ на молитвы церкви. Сегодня я ответ на молитвы церкви, слава Господу. И Бог благословил, знаете, провел меня особым путем, и сегодня я хочу сказать спасибо вам за ваши молитвы. Я помню путь, по которому вел меня Господь. Я помню, я знаю, что бы я стоил без Бога, ничего бы и не стоил. И все, что сегодня есть, знаете, когда я пришел к Богу в 21 год, когда я принял Иисуса, знаете, я думаю, у меня уже тогда ничего не было, чем бы я мог похвастать. У меня было отнято здоровье, отбитые почки, знаете, язва желудка, эпилепсия. Вот, и Бог все это исцелил. Врачи говорили, у меня не будет детей, а сегодня я приехал не один. Моя жена, ну, ее забрали сейчас, что она не может все три служения рядом со мной находиться, она беременна, ждет четвертого. Вот. И я уже не один. У меня уже есть семья, но я помню этот путь, по которому вел меня Господь. И вы знаете, Бог сегодня проверяет нас, порой ведет какими-то путями. И, кстати, вот этот парень, этот человек, с которым мы приходили сюда первый раз, когда было 11 лет, или сколько, я уже даже сбился, может быть, 10, нет, 11, наверное. И знаете, он сейчас тоже служит здесь, тоже выходит и проповедует здесь. И его, наверное, все знаете, Руслан. Он, конечно, уже стал выше меня. Но нас Господь тогда привел. Маленькие, мы пришли сюда, мы услышали его призыв. Конечно, получили мы здорово после этого, но сегодня то, что есть, я вспоминаю, думаю, а нам тогда показалось, о, нам что-то здорово попало. И знаете, Бог, Он сегодня ведет нас разными путями, и я вспоминаю, когда, конечно, я бы сам добровольно никогда не уехал отсюда. Так полюбил эту церковь, что когда я думал, никогда не уйду из этой церкви. Но Бог устроил весь путь, я не планировал, Бог так устроил все. Я помню, когда первый раз я уехал, и я служил в Казани как миссионер, я помню, была такая ситуация, когда я, у меня были серьезные проблемы, вот, и были серьезные проблемы с Богом, и я тогда, согрешил. Я уехал как миссионер служить, и там была, знаете, весна, похоть, атаки на меня. И я помню, что я засмотрелся один раз, так стыдно признаваться, но это было в моей жизни. Один раз я засмотрелся на девушку, которая шла в короткой юбке. И я так засмотрелся, что даже в столб врубился, так шел. И так было стыдно. Я проповедник, миссионер. Вот. И там в Татарстане, это я служил в Казани. И я помню, что я подошел, там был прилавок, и там были вот эти вот литература всякая, там голые женщины, там и все. И я взял один из журналов, смотрел, и мне голос внутри, что ты делаешь? А я думаю, правда, что я делаю? И я бросил его, пошел, мне так было плохо. И потом, знаете, мы были, работали в одном доме, и один брат, он нечаянно так из краскопульта там к стену белил, и вот так вот раз рукой провел, и мне по глазам. И мне известь, знаете, в глаза туда попала. Вот, и я помню, в больнице лежал, когда там вот эти вот на меня подушки наложили. Я думал, я все ослепну. И я тогда думал, Господи, только вот, лишь бы ты меня не оставил. И вот, знаете, в этот момент я увидел такую картину видения, что как будто я лежу, и надо мной какая-то пленка такая натянута. И
дьявол молотком пытается пробить ее, чтобы ударить мне сильней, и ничего не может сделать. И я тогда думаю, что это я вижу, и Бог мне показал, это молитвы твоей церкви. Там молятся за тебя, чтобы ты был благословен. И я не мог сам, у меня не было сил тогда, но были силы у вас. Слава Господу за вас, и я благодарю вас за ваши молитвы. Поэтому те победы, которые есть в моей жизни, я никогда не присваиваю их себе. Я знаю, что мы сами по себе ничего и не можем. И Бог, и церковь – это то, что нам дает победы. И Бог меня тогда, знаете, побудил, я исповедался, я сказал врачам, позовите, мне нужен пастор церкви, и мне нужно срочно исповедаться. И когда он пришел, я исповедался, и Бог, будучи верен и праведен, простил меня и освободил. Я здоровый, не ношу очки, хотя врачи тогда думали, что я останусь слепым, что у меня глаза выжжены были. Вот. Но Бог меня благословил и все восстановил. Слава Господу. И знаете, сегодня я вспоминаю все эти пути и думаю, это все вел Бог. Он по-разному вел, в разными путями вел, но довел. И знаете, сегодня я и хотел поговорить вот об одном, ну, таком месте Писания, притчи 14 глава, 12 стих. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Вы знаете, сегодня я и хотел, я говорю о пути, по которому вел меня Господь, и знаете, я сегодня и хотел говорить о путях, которые мы встречаем в своей жизни. Эти пути, на которых мы стоим, это разные пути. Ну, знаете, когда мы ставим какую-то цель, для того, чтобы эту цель достигнуть, нам нужно как-то к этой цели идти. Это и есть наш путь. Например, кто-то ставит себе цель стать богатым. И если сегодня взять в интернете, в Гугле там, или в Яндексе, набрать там, как стать богатым, и тебе столько путей будет предложено обогащение, только успевая читать их. И ты можешь, знаете, провести время очень много, читая, как стать богатым, и умереть в нищете. Потому что, вот знаете, ну там один писатель, он написал книгу «Как иметь много друзей» Дейл Карнеги. Вот. И многие его читают, и пособие, но сам Дейл Карнеги умер в одиночестве. Те знания, которые он написал, притчи Соломона, он взял, он их разложил, но сам ими не воспользовался. И сам-то он в одиночестве, я читал, когда про него, а он сам-то умер в одиночестве. Так что я буду читать его книгу «Как завести друзей», если сам он не смог этого сделать. Я лучше почитаю Библию, где написано «Как завести друзей». Потому что тот, кто написал Библию, не обманывает и не заблуждается. И поэтому я сегодня, знаете, ищу разные пути, но я их ищу в Библии. Сегодня люди придумывают, какие, ну, цели ставят. Пути у них есть к успеху, как быть успешным. И начинает там, знаете, разные методы. Ты должен так одеваться, так ходить, так говорить. Или там путь к богатству, или путь к здоровью. Я недавно служил в штате в одном, в Америке, в штате Нью-Йорк, и там, ну, встретился с одним братом, и он меня, значит, начал учить и говорит, тебе надо много воды пить, ну, и он, там многие, они ходят с водой все время, пьют воду. И он говорит, это очень полезно пить много воды. Я говорю, для тех, кто продает воду. Конечно, ну, для них полезно. Вот. Я говорю, ну, я как-то, ну, делюсь с ним, и я рассказываю, знаешь, я уже больше 20 лет не пью воду. Я пью чай, кофе, там, ну, сок пью, но воду не пью. Он говорит, о, это неправильно там. Ну, я говорю, ну, я давно не пью, и мы с ним беседуем. Он говорит, спать надо, вот тебе, чтобы здоровым быть, надо спать 8 часов. Я говорю, я иногда на ходу сплю. Вот, ну, не хватает времени там, ну, 4 часа иногда, ну, чуть больше, но всяко бывает.
И он говорит, ну знаешь, вот 40 лет тебе станет, ты вот попомнишь мои слова, когда тебе 40 лет станет. Я говорю, мне уже 43. Он говорит, сколько? А, ну ладно тогда. Путь к здоровью, ну там у каждого есть свой путь к здоровью. И если ты сегодня будешь искать и скажешь, как мне стать здоровым, сразу куча советчиков будет вокруг тебя. Даже не надо в Яндекс заходить или в Google. Каждый подойдет и посоветует тебе, что сделать здоровым. Голова болит, о, выпей таблетку там, а это кто-нибудь еще что-нибудь. И знаете, столько советчиков, иногда голова заболит больше от советов, чем ну, от того, что ну, там на самом деле она болит. Поэтому, ну, знаете, процветание, что некоторые говорят, и они, ну, там, как правильно там жениться, и все пути, ну, там, тебе разложат, как правильно замуж выйти, и столько всяких советов, и как же разобраться среди них и выбрать правильный путь, как убедиться в том, что этот путь, который ты выбрал и встал на этот путь, он тебя ведет к вечной жизни, что он тебя не ведет в путь смерти, как в Библии написано. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. А как разобраться, это кажется тебе или это на самом деле прямой путь? Вот это и у нас бывает проблема. В этом мы задумываемся, об этом рассуждаем. И знаете, не всегда все пути, которые мы встаем и идем этими путями, приводят нас к той цели, которую мы ставим в начале. Порой бывает, мы и достигаем этой цели, но может быть совсем по-другому. Например, у меня знакомый, он культурист, он занимается, знаете, ну там все качается, мышцы там, занимается, тренируется. И вот, ну он поставил себе цель, как стать здоровым. И он, знаете, тренируется, тренируется. А однажды я смотрю, он перестал ходить в спортзал. А я ему говорю, а что перестал? Да я не могу сейчас, мне нельзя тяжести поднимать. Спины и позвонки стерлись. И теперь у меня спинная грыжа. То есть ты не стал здоровым. Ты написал несколько буклетов, как стать здоровым. По ним сегодня тренируются многие, но сам ты стер спину. И если ты встал на этот путь и идешь, следуешь за ним, а какая кончина у него, мы иногда можем ошибаться и не знаем, что человек поставил цель, он стремился, как-то делал, знаете, приводил какие-то примеры, а потом сам инвалид. А ты пошел за ним. И в Библии как говорит, если слепой пойдет за слепым, то оба упадут в яму. Послушай, какую ты цель ставишь? По какому пути идешь? Вот он ставил цель стать здоровым, выбрал себе путь, но стал инвалидом. И знаете, примеров таких оказывается много. Среди моих знакомых там еще один есть культурист, который тоже там качался, знаете, и тоже страдает. А главное, что я перед этим проповедовал и говорил, что физические упражнения мало полезны для тела, а благочестие полезно во всякое время. И когда мы рассуждали, он говорит, а что такое? Я говорю, благая честь, добрая честь, она во всякое время, независимо от уровня мышц твоих. Если у тебя честь есть, это классно. Мышцы, ну, они ничего не могут тебе дать. А вот честь, благая честь, добрая совесть, знаете, наша, многого стоит. Благая честь, добрые дела, они полезны во всякое время. И ну, иногда люди зацикливаются на одной цели какой-то, а когда приходят к ней, и оказывается, раз, а ты ее не достиг. У меня тоже была цель, когда я был маленький, у меня была цель поехать по городам, посмотреть, как люди живут, и я хотел достигнуть этой цели и выбирал пути. Ну, что я был маленький, у меня были желания, я не знал Бога тогда, и, ну, как-то так получилось, что воровать у меня получалось хорошо. И знаете, я подумал, ну вот есть возможность поехать по городам, ну там поездить, вот ну там сворую, у меня будут деньги на дорогу, там перееду в другой город, там поворую, поеду в другой город. И знаете, у меня была цель, и я встал на путь для достижения этой цели. А цель я достиг, например, я поездил по городам, вот. Только это все города, я ездил в Столыпине, там, знаете, поезд такой для осужденных. Я поездил, да, у меня была цель, я ее достиг,
поездил по городам, в одной городе побывал, в другом городе. Но когда меня спрашивали, ты, ну и как красивый город? Да не знаю. Ну ты ж там был, говоришь. Ну да, был, в колонии я там был. Вот. И ну один спрашивает, ты в Кемерово был? Да, я был в Кемерово. И говорит, ну и как, сколько? Я там жил, говорю. Несколько лет жил там, в Кемерово. О, так ты там поди все знаешь. День и все знаю. Я там колонию только знаю. И когда я приезжаю теперь на конференции или проповедовать в церковь Кемерово, то я вспоминаю, думаю, о, слава Богу, теперь я приезжаю совсем по-другому. Но знаете, когда у меня была цель, я ее пытался достигнуть, и все это дьявол исказил, и оно неправильно достигалось. И получалось, даже если я достиг этой цели, то все равно она меня к радости-то не приводила. Я ж не для этого хотел поездить по городам, чтобы там, ну, я хотел, ну, знаете, а теперь Бог благословил, когда я уже принял Иисуса, смирился перед Ним, когда я уже, знаете, стал служить Ему, Бог открыл мне дорогу, и я начал ездить по городам. И столько городов посетил, уже сбился со счету. И последний, вот, раз месяц назад, где-то я полтора месяца назад, я служил в двух штатах, штат Массачусетс, ой, нет, штат Нью-Йорк и штат Северный Каролайн. В этих двух штатах несколько городов посетил, несколько церквей. И знаете, совсем другие поездки и другие цели. Я просто поставил цель служить Богу. А Господь, зная мои мечты, мои желания, дает мне возможность исполнять мои мечты. Я служу Ему, а Бог расширяет мои пути, Он помогает мне. И я езжу, знаете, не для того, чтобы там что-то у кого-то украсть. Я приезжаю, чтобы быть кому-то благословением. Приезжаю, мы молимся, мы поклоняемся, и Бог мне дает слово какое-то, и сам я что-то получаю. И я вижу силу Божью, и это здорово, такие путешествия, знаете. Но я выбрал правильный путь, смирился перед Богом. И если даже не постиг я этого пути, я бы все равно не свернул, потому что я выбрал путь, который ведет меня к вечной жизни. Как же разобраться, какой путь правильный, какой неправильный, знаете? Я хочу сказать, что когда мы о чем-то мечтаем, когда мы к чему-то стремимся, когда мы ставим какую-то цель в своей жизни, которую хотим достигнуть, проверь, есть ли в этой цели Бог. Потому что порой, когда мы думаем о чем-то, мы Бога исключаем. Когда, ну, я там, один говорит, вот сейчас бы время остановилось. Мечтает подросток. Сейчас бы время остановилось. Подростку 25 лет. Ну, там просто в уме еще подростку. Он говорит, ну, потому что это, ну, только подростки так мечтают. Там, знаете, ну, что время остановилось, клад бы найти. Лежать, и вот, клад бы найти, богатым бы стал. Вот. И он такой, вот бы время остановилось, я бы там пошел, там в банк, там зашел, там денег набрал. Я говорю, подожди, а где в твоих мечтах Иисус? А он верующий. Но когда он мечтает, в его мечтах места нету Иисусу. И вот так и получается, что мы приходим в церковь, мы, может быть, строим какие-то цели, но когда в твоих целях нету Бога, нету Иисуса, это неправильная цель, это скользкий путь, который тебя может привести к проклятию. Поэтому всегда нужно смотреть и думать, почему мы сегодня все пути должны связывать с Богом. Вы знаете, я думаю, Бог в книге Иеремии говорит такие слова, там 29 глава, 11 стих. «Ибо только я, Бог говорит, знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Слава Господу! Бог говорит, что у Него сегодня есть намерение для каждого из нас, для всех людей в этом мире у Него есть намерения, и эти намерения для каждого из нас во благо, а не на зло. А сегодня мы, ну как бы, ну знаете, когда я еще сидел в колонии, и мне пытались убедить в том, что это моя судьба, это мой путь. И они говорили, ну такая у тебя судьба, ну что сделаешь, вот смирись с этой судьбой. И я думаю, вот слава Богу, что у меня хватило мудрости не смиряться с этой судьбой.
Я всегда пытался соскочить с этого пути. Конечно, я тогда не знал правильный выход, и я пытался вены вскрыть, повешаться. Я не хотел так жить. Мне не нравилось все время бродить по колониям, там жить вот в этой, всей этой, знаете, грязи. Я всегда хотел вырваться из этого. И Бог мне помог, Он меня вырвал из этого. Потому что когда мы не смиряемся с тем, кто мы есть, мы ищем другие пути, Бог обязательно не оставит, Он благословит. И Он меня сохранил и благословил, конечно, и я знаю, что самое большое значение было это молитвы, когда моя сестра, она молилась, и я помню, когда я вскрывал себе вены, Бог сделал чудо, я, знаете, вскрыл себе вены, лежал, я ждал, пока жизнь вытечет из меня, и в это время моя сестра и моя мама, они не спали, они взывали к Богу, Бог побудил их, и они не знали, что со мной происходит, но они стучали в небо и говорили: «Господь, ты знаешь, там что-то с ним происходит, помилуй его». Они молились за меня, знаете, и когда врачи пришли, они взломали дверь, зашли туда, они увидели меня, лежащего в луже засохшей крови. И они думали, что я уже умер, но когда они подошли ко мне, когда они меня взяли, вдруг кровь пошла из моих разрезанных вен. И они сказали потом, как будто кто-то невидимый держал вот эти разрезы и ждал, пока мы придем, чтобы мы тебя взяли и спасли. Слава Господу! Я знаю, что Бог, Он хранил и вел по молитвам моих родных, по церкви, что церковь молилась. Поэтому, знаете, нам нужно молиться друг за друга, за наших родных, близких. Но, знаете, пути очень важны, потому что если ты неправильно выбираешь путь, не всегда, здесь написано, но конец их путь к смерти. Не всегда человек умрет, но, знаете, иногда может и произойти такие вещи, когда человек может и умереть, или это может привести его к определенным проблемам. Какой путь мы выбираем? Мы стоим возле этого пути, и мы принимаем решение. Хорошо еще, знаете, цели правильно определить. Потому что иногда бывают цели неправильные, то и путь ты никогда не выберешь правильный. Потому что, например, если человек ставит себе цель, там, какую-то неправильную там поставил, вот, стать богатым, вот, и он будет пытаться обогатиться, то, знаете, он может и не обогатиться. Потому что, большинство путей, которые предлагают, чтобы тебе обогатиться, это за счет чьего-то горя или каких-то проблем. И я, всегда говорю, когда мне раньше предлагали, там, ой, слушай, у тебя же так классно получается общаться с людьми, ты вообще знакомишься легко с кем захотел. Я говорю, да вы не знаете просто. Если Бог мне не даст слова, я промолчу, проеду рядом с человеком, и мне не о чем с ним поговорить. Но когда у меня Бог дает слово, я могу пристать к любому, неважно, кто он, милиционер там, или, знаете, какой-то крутой вор там, или там, просто какой-то бизнесмен, я подойду и буду говорить, что Бог мне сказал. Я помню, когда был в больнице, я пошел с супругой своей, и мы пришли туда. И я думаю, что я с ней пришел, я бы сейчас лучше на работу пошел. А она попросила, чтобы я двое детей, и она говорит, помоги мне в больницу сходить. И вот я пришел, и там стою с этими детьми, и думаю, Господи, я бы сейчас работал, все тут, мало кто приходит, там с мужьями, все, там женщины с детьми проходят, а я тут, и знаете, и смотрю, молюсь, и думаю, вдруг мне раз слово для одного человека-то. И у меня, побуждение, я знаю, что я ему сейчас скажу, и это от Бога. А я его не знаю. А он там стоит, ребенка нянчит. А мне Бог дает серьезное слово для него. И там было такое слово, что если он сделает то, что он запланировал, то у него после этого не станет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего. Что если он не сойдет с этого пути, что если он его совершит, то все, у него не будет. И я думаю, Господи, как мне ему подойти и сказать? Я его вообще не знаю, он такой здоровый, рыжий такой. И я думаю, он мне еще стукнет там. И я говорю, Господь,
ну, сделай так, чтобы, ну, там, моя жена зашла с детьми к врачу, и его жена с дочкой зашла к врачу, и он один, и сидит возле него место свободное. Я подшел, подсел, говорю, вот ты знаешь, и мне Бог дал, что ему сказать, я ему все это выложил. Он говорит, это значит, что я умру? Я говорю, я не знаю, что это значит, я тебе что, вот там сам рассуждай, что мне Бог сказал, я тебе сказал. Он такой выслушал, говорит, сколько я должен? Я что-то должен, полез в карман за деньгами, да не надо мне ничего, я просто тебе передал вот от Бога. Спасибо. И я потом смотрю, вышла его жена, он взял ребенка, прижал к себе, посмотрел на меня такой и жену обнял, и они пошли. А потом, когда мы уже с женой выходили, я смотрю, он стоит спиной такой, мы мимо проходим, он меня не видит и разговаривает с кем-то по телефону и говорит, я сказал, что все отменяется, я никуда не поеду, все. И я думаю, он услышал слово от Господа. Но это когда мне Бог дал. Но если без Бога я не подойду к человеку, даже время спросить мне немножко сложно. Там, ну, иногда там телефон взять, позвонить у кого-то, что, ну, знаете, ну, сложно мне это сделать. И я понимаю, ну, вот эти вот, когда Господь, ну, ведет, Он там, ну, знаете, и мне предлагает вот этот сетевой маркетинг и говорит, да ты попробуй, это же, знаешь, столько людей сегодня страдают от желудка, а ты, например, вот это средство от желудка будешь им предлагать. Я говорю, я не могу. Они, да это классное средство. Я понимаю, оно может быть классное средство, но я знаю лучшее средство, я не могу предлагать это. Они говорят, какое лучшее средство? Я говорю, когда мне было 15 лет, я посадил свой желудок, живя по подвалам, подъездам, чердакам. И в 17 лет у меня была язва желудка. И я очень мучился ей. Но в 22 года Иисус исцелил мою язву. Я не выпил ни одной таблетки, просто когда пришел, покаялся, принял его как своего Господа и Спасителя, Он исцелил мою язву. Я больше не мучаюсь ей до сих пор. И я говорю, как я могу людям предлагать ваши лекарства, когда у них проблема, когда я знаю лучший способ. Я лучше предложу, давай, если у меня будет дерзновение подойти к человеку и говорить о его язве, то я ему предложу лучшее средство. Это елей, покаяние, знаете, исповедание. И это больше действует, потому что я знаю много свидетельств тех людей, которые получили это благословение. Поэтому сегодня очень важно иметь правильные пути. Я сказал, это путь не для меня. Я не могу идти к богатству. Для меня не это важно, но я знаю, что Бог нас не оставит. Мы, когда стремимся, ставим цель богатства, там, преуспевание, здоровье. Это все, знаете, второстепенные, оказывается, цели. Если мы будем служить Богу, а Бог может все это давать. И когда я помню, я заболел туберкулезом, и врачи мне сказали, что у тебя очаговые воспаления обоих легких, я решил, я не буду пить таблетки. Бог, если ты хочешь, чтобы я умер, я готов. Я тогда был не женатый, меня здесь ничего не держало. И я сказал, я готов, Господь. И знаете, и Бог, ну, я помолился и сказал, Господь, я готов, и я хочу, чтобы, ну, умереть так умереть. Но если ты меня не хочешь, чтобы я умер, ты меня исцели. Пришел к врачам и говорю, я был парализованный, теперь хожу. У меня была язва, эпилепсия, а теперь я здоров, я свободен. И если Бог запланировал, чтобы я умер, вы меня не спасете. А если Он не запланировал, зачем вы мне нужны? Давайте я напишу отказную и не буду пить ваши таблетки. Я сделал так. Но я не предлагаю всем так делать. Это мои отношения с Богом. Не все могут так, знаете. Ну, это должно быть личное откровение. Мне это было открыто. И потом я пришел в церковь на собрание, и здесь я услышал слова от Бога. Когда один проповедник, он проповедовал и сказал, посмотрел на меня и говорит, то, что служит одним к смерти, тебе послужит в благословение. И я принял это, я поверил этому. Это путь, по которому мы, знаете, идем,
Мы выбираем какой-то путь, мы принимаем, я выбрал этот путь, я буду служить Богу до самой смерти, умереть, но я буду служить тебе. А Бог говорит, будешь идти за мной, будет тебе благословение. Другие умирают от этого, а ты будешь благословен. И я это принял. И смотрите, я сегодня хочу немножко коснуться, одна история, она меня немножко вдохновляет, я о ней размышляю. Это история Иосифа. Библия говорит, у Бога есть намерение для каждого из нас. И у Иосифа были видения, которые он видел, сновидения. И Бог сказал свои намерения на его жизнь. И эти намерения были грандиозные. Ты будешь больше твоих братьев, и мать и отец поклонятся тебе. Но никто не был рад этим откровениям, кроме него самого. Но, может быть, даже и сам он был не рад, знаете, потому что братья его ненавидели. Я бы не хотел иметь такую родню. Ну, знаете, там они размышляют. Я, ну, там читал недавно, с семьей мы читали, и размышлял просто. Братья говорят, сбросили, ну, там, его там связали, сбросили куда-то, и решают убить. Как убить? А один брат говорит, послушайте, он же наш брат. И вот в этом должен Иосиф услышать слова надежды. Сейчас он призовет их одуматься, он же их брат. Он говорит, послушайте, он же наш брат, зачем его убивать, давайте продадим. Я не хотел бы иметь таких братьев. Это жуткие братья, знаете, врагов не надо. Пусть нас Бог сохранит, знаете, от таких родственников. Но пусть в нашей жизни будут правильные, ну, друзья и правильные братья. В Церкви Божией я верю, что меня никто не будет думать, как бы продать поудачнее его. Вот. И знаете, Иосиф, он попадает в рабство, продали его в рабство. И кажется, ну где Божье обетование? Бог сказал, у него есть намерение, но путь, который он предлагает, это путь совсем не тот. Его не любит никто, его продали в рабство. Но самое главное в этом рабстве, здесь написано в книге Исход, Бытие, вернее, 39 глава, здесь описано 2 стих. «И был Господь с Иосифом». Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. С ним был Господь в этом рабстве. Да, его предали, да, его не любили, но с ним был Господь. Да, он попал в рабство, и, может быть, одни голоса говорили, ну и где твой Бог? Тебе должны были поклоняться, да? А смотри, ты в рабстве находишься. И если бы в тот момент Иосиф думал, как и думал я, когда мы выехали отсюда с Русланом, Господи, хоть бы нам не попало. Пришли домой, а нам как попало. Ну, хоть бы одному не попало. Тогда бы можно было сказать, ты неправильно молился. Но все, обоим попало. И мы решили, не, что-то неправильный Бог. Не отвечает на молитвы. И мы тогда закончили свое путешествие. Но если бы тогда мы проявили твердость, знаете, а сколько раз Бог нас хранил с ним? Наркотики прошли мы оба. И он хоронил друзей, и я хоронил друзей. И Господь нас освободил, знаете. И сегодня мы думаем, а сколько умерло? В его кругу, в моем кругу, сколько умерло? Они не дошли. А нас Бог сохранил. И вот знаете, в этой истории Иосиф, он принимает решение, он там находится, он все равно служит Богу, он верен Богу, и у него нет обиды на Бога. Порой, знаете, у нас возникают какие-то проблемы, и мы начинаем обижаться на Бога, что ты Бог, там, ты обещал, а у меня ничего не выходит. Да подумай просто над тем, что может быть еще не время. Иосиф, он в этом рабстве, знаете, поднимается, становится кем-то. Потифар доверил ему все в своем доме, и тут приходит искушение. Жена Потифара.
Вы знаете, там не написано, что она была уродливая. Я думаю, что Потифара был вкус. Он уверен, что у него была симпатичная жена. Заманчивое предложение. И Иосиф говорит: я не могу спать с тобой, ты некрасивая. Он так не говорит. Он говорит: я не могу с тобой спать, потому что я сделаю зло своему Богу. Я не хочу, Бог меня хранит, и я не хочу, чтобы сделать зло Богу и Потифару. Он принимает решение, он уклоняется от греха, он преодолевает, знаете, и когда она его ловит там и хватает за одежду чуть ли не насильно. Ну, знаете, я помню, у меня была такая ситуация, когда я убегал от одного человека. Он меня обидел, оскорбил перед всеми. И он мне пытается ударить, а мне так неохота. Ну, щеку уже подставлять надо, щеку не хотел подставлять. Поэтому побежал, бегу по коридору, на виду у всех бегу. И понимаете, и ноги такие ватные стали, но так неохота убегать. И вот остановился, и он меня догнал. То есть я сам позволил, чтобы догнал. И потом я ему как врезал. И потом я, оказывается, чуть не стал убийцей. Потом, когда, знаете, он в больнице там в себя пришел, а я здесь с пастором плакал и молился: Господи, я, кажется, убил человека. Я даже не хотел так. Но, знаете, мне тогда так не хотелось, ну вот, знаете, просто вот взять и пройти это испытание, пусть бы он меня побил, да, но я решил ему сделать. И это могло изменить все, меня могли тогда посадить в тюрьму. И я бы сегодня не проповедовал вам, у меня бы не было жены и детей. Я бы снова попал в ту же самую систему, из которой Бог меня вырвал. Но Бог помиловал меня, допустил эту ситуацию, показал и сказал: я тебя сохранил, больше так не делай. И я решил, что лучше меня пусть самого убьют, чем я нарушу правила. Путь неправильный, который я выбираю. Иосиф, он, знаете, тоже побежал и убежал оттуда. Он не дал, чтобы его догнали. Он победил. И кажется, ему должна быть награда. А его в темницу раз и посадили. Венец. Где венец? Я победил. Мы же все, ну, как ссылаемся на места Писания, где написано, Бог обещает, и он говорит: побеждающий наследует, побеждающий там венец получит, награду. Апостол Павел говорит: я все совершил, и готовится мне венец. И мы все там: мне нужен венец, я победил, Господи. Но это было всего лишь одно сражение. И поэтому он попадает в темницу, и там в темнице кажется: ну, Господи, ты меня бросил, что ли? Потому что там еще хуже стало. И так в рабстве было, а теперь еще и в темнице находится. Если бы я попал в темницу, мне бы, наверное, было сложно. Потому что когда меня два раза побили в Чемале, второй раз, когда меня били и рот разорвать пытались, я убегал и плакал. И я сказал: Господи, в следующий раз я побью их. И никому больше не буду проповедовать, что ты хранишь своих возлюбленных. Меня два раза уже побили. Мне было так обидно. Я плакал и говорю: Господи, побили не потому, что я слабее был. Просто из-за тебя. Ты же говорил, что подставлять. Я надеялся, что ты там заступишься, а ты... Ну... И мне было обидно, я спорил с Богом. Иосиф, знаете, он совершил победу и попал в темницу. А я понимаю, что эта темница ему была нужна. В этой темнице совершился Божий план. Там попали два человека, которые один из них потом был возле фараона и сказал фараону: я знаю, там человек, который может истолковать сны. И подумайте над тем, что бы произошло, если бы Иосиф тогда проиграл. Если бы он поддался искушению и переспал с женой Потифара. Да, может быть, он стал бы любовником жены Потифара. И Потифар бы потом все равно узнал, потому что Библия говорит: нет ничего тайного. И отрубил бы ему голову.
А потом бы пришли 7 лет изобилия. А потом пришли бы 7 лет голода. И в эти 7 лет голода умерли бы все родственники Иосифа, его братья, его мать, его друзья. Ну да, они его не любили, может, им и по делам бы было. Но нет, понимаете, и все государство бы пострадало. Представляете, одно искушение, перед которым он стоял, оно влияло на целую судьбу государства и целый род, который был у него. Ведь только благодаря тому, что он преодолел и попал в темницу, потом спаслись его родственники. Откуда ты знаешь, когда стоишь перед искушением, что последует после него? Что ты потеряешь, если проиграешь? И что ты приобретешь, если выиграешь? Может быть, ты уже выиграл одно сражение, попал в темницу и думаешь: «Господи, мы так не договаривались, я ожидал, что у меня сейчас что-то будет, а у меня ничего нет, я в долгах, я там перестал воровать, я думал, я теперь стану лучше, а у меня теперь кредиты, долги, я не знаю, как честно их отдать». Или человек начинает там разные пути ищет. Но послушайте, в темнице... Нам нужна темница, потому что в темнице тебе никто не может утешить, кроме самого Бога. Там написано, когда он был в темнице, и Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И там написано, начальник темницы не смотрел ни за чем, все доверил Иосифу. Даже там, в темнице, он продолжал служить Богу, был верным Богу. Вы знаете, наша верность, она поможет благословению наших родных и близких, и нашего города. Когда мы стоим перед искушениями, откуда ты знаешь, что может быть, когда ты преодолеешь это искушение? Когда я болел туберкулезом, когда мне врачи сказали, знаете, и мне было, пришло время, врачи сказали: раз я отказался от лекарства, надо тебе поехать в туберкулезный санаторий полечиться. И я помню эту ситуацию, когда перед самой поездкой в туберкулезный санаторий меня позвал один блатной в этом городе. Он был авторитетный человек, и у него были вопросы. Ко мне пришли, и, ну, его там эти друзья. И они пришли, и они говорят: он хочет тебя увидеть. И я пошел к нему в гости. Меня привезли туда, и когда я приехал, и он мне говорит, знаете, ну там правила, понятия, свои ритуалы, которые нужно было выполнить. И он сказал: я хочу, чтобы ты сходил в баню, сходи в баню, и потом мы там посидим с тобой, потолкуем. Я пошел в баню, и когда я, ну, я люблю баню, мне нравится париться. И знаете, я пошел в баню, и когда я уже зашел в баню, знаете, разделся, и заходит женщина в баню. А сколько же мне было тогда лет? Я уже несколько лет был не женат и хранил себя в чистоте. И тут вот раз тебе и нарисовалось. Голая. И я голый. И я помню, как я тогда преодолел это. Это было так быстро сделано. Я увидел и говорю: о, здрасте. Я думал, я здесь один буду, никто мешать не будет. Ковшик набираю воды и на камни такой. Шу. Ну, знаете, жар такой там, пар как дал. Она наклонилась и ходу из бани. А я тоже ходу из бани, как Иосиф. Вещи схватил. На себя мокрого напялил и бежать оттуда. Потому что я понимал, это ловушка, подстроенная дьяволом. Меня догнали, извинялись передо мной. Говорили, что это была шутка. Что это была проверка моей серьезности как священника. Могут ли со мной разговаривать о серьезных вещах. Для этого человека, который меня пригласил, он был, ну, известный преступник здесь, знаете, и ему нужно было знать точно, кто перед ним находится, самозванец или священник Бога живого. И он извинялся и говорил: извини, ты прошел проверку, теперь я могу с тобой поговорить.
И мы с ним разговаривали тогда. И я верю, что он сегодня имеет благословение. Я на многие вопросы отвечал, и он собирался уйти из своего дела этого, и он спрашивал у меня совета, и все. И этот человек, который был старше меня, тогда на 20 лет, он советовался со мной, тот человек, который здесь очень много имел власти, он советовался со мной, как соскочить и как уйти. Он говорил: ты же соскочил, у тебя же получилось, и я вижу, что Бог с тобой. Откуда ты знаешь, когда переживаешь испытание, что последует за ним? А если бы я тогда сдался, меня бы там в бане и похоронили. Убили бы меня там. Сказали: самозванец. А с самозванцами в преступном мире строго поступают. Не нашли бы меня потом. Ушел из дома и нету. Но после этого я поехал в санаторий, и Бог там исполнил все остальное. Бог благословил меня. Там я познакомился со своей любимой. Ну, тогда я не знал, что это моя любимая. Я познакомился, Господь крестил ее Духом Святым. Не в санатории, а в церкви. 100 километров от санатория. Но я думаю, что если бы я тогда проиграл это сражение, все остальное пошло бы по другому пути. Не было бы уже ничего из того, что совершилось в моей жизни. Подумайте над тем, какое испытание проходишь ты. Что в твоей жизни происходит? И может быть, это кажется, такое незначительное что-то, но я уверен, просто Бог хочет тебя благословить через испытание. Надо просто выбрать правильный путь, который с Богом, который правильный, который написан в Библии. Есть еще один пример, это Лот, который тоже, знаете, его история, я уже буду быстро заканчивать, его история, он был с Авраамом, Бог позвал Авраама, он ему говорит: я благословлю тебя. И он пошел, Бог был с Авраамом, и Лот, он тоже пристроился, знаете, взял, он родственник был, и он пристроился к Аврааму, и там написано, у него были стада, у него были слуги, у него было хозяйство, шатры, и он с этим всем шел, и они стали конфликтовать, они стали ругаться с Авраамом, они начали решать эти вопросы, и однажды Авраам ему сказал: слушай, зачем нам с тобой ссориться, не хочешь ты слушаться меня, не хочешь ты быть под моей властью, иди, выбирай себе путь. И он выбрал себе путь, и вы все знаете, что Лот выбрал путь. Я прочитаю все-таки это место Писания. 11 стих, 10 прочитаю. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Да, отделились. Лот увидел путь, который ему казался правильный. Зеленые там сады, плодородная земля. Почему бы здесь и не жить? Ну и что, что там люди не знают Бога, что они не с Богом, зато я там буду процветать. И мы знаем его кончину. Через несколько глав Бог уничтожает Содом и Гоморру. И Лот спасается один с двумя дочками. Все его стада, все его слуги, его жена, он все потерял. Он все потерял, потому что выбрал неправильный путь. Это был путь. Он сам не умер, но этот путь к смерти, потому что там умерли его слуги, там умерли его родные. У него были там родственники, они все остались там, под этим огнем, знаете, который сошел туда. И он вышел оттуда один с двумя дочками-извращенками, который ум тоже был поврежден. Вот и подумай, на каком пути сегодня стоишь ты. Может быть, сегодня этот путь тебе кажется завлекательным, но подумай, есть ли там Бог в этом пути? Есть ли Он в конечном результате?
Планируешь ли ты все это время двигаться с Ним по этому пути? Это очень важно, потому что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. И даже в темнице, когда ты находишься, это всего лишь кратковременная печаль для того, чтобы потом получить еще большее благословение. Давайте мы встанем, мы сейчас будем молиться.